Не знаю, может быть, ноу витнесса взять даже. Не уверен, мне кажется, дэмэдж важнее. Допайте, допайте гонку сейчас. 4, 3, 2, 1, go. О, кажись, Рекс сегодня использует секретную технологию Ctrl-C, Ctrl-V для того, чтобы вставлять слово go. Потому что вчера она его очень медленно писала. Итак, гонщики уже готовы. Все разогрели скиллуху, сосредоточились. Уровень сосредоточенности настолько высок, что даже воздух становится тяжелым. И вонючим. Все ждут зеленого света и го-го-го. Да, все верно. Где босс? В этот раз явно я не первый буду. Кому-нибудь короткий лейаут прокнет. Паку прокнул? За что? Везет сильнейшим. Везет сильнейшим, получается. Ой, нету МС. The furnace down at the slaughterhouse. Yes, that's what this place smells like. Блин, я застанил первым ударом, серьезно? Крейзи. Лейаут хороший. А, плюс один лайтик не такой сильный на самом деле. Как может показаться сейчас. На высоких уровнях он силен, конечно. Вот. В начале флота лучше. Ну это неплохо, да, лучше, чем ничего. Манофласку бы на этот раз полутать. Но после прошлого раза я уверен в том, что я все еще достоин того, чтобы уметь убивать хилка даже с одной манофлаской. Тьфу, хилок. Брутуса. Плюс один фаер самый стронг. Я думаю, плюс один хаос самый стронг, нет? Фаер типа топ 2. Сильный лут.
Очень сильный лут. Да. Нет. Да. Farewell. Stay sharp out there. Stay sharp. Флеску на АМС не поставил, это, конечно, мем, ну ладно. With every death, I live a little bit more. Ставим. Чё, снова не хватает маны у нас, да? Ладно, хватает маны. Так. Тиндефы. Плюс один лайтнинг, кстати, на ванде. Она с шестью, да? С шестью строчками. Ну, мы ставим так, получается. Ну, Бас на стримере даже не берет вейпоинты. А ведь когда-то в чате в Найт она жужжами подавал надежды. Да я что-то не попал, понимаю, а что такое вейпоинт вообще? Я на русском играю, не знаю, что такое вейпоинт. А не, я перепутал. Я на английском... не запутался. Сюда. Интересно, успею добежать?
Вообще, по идее, успеваю хотя бы одну закладочку сделать ему нормальную с критом. Оу, е. Дипс! А на этих вообще? Биг. Есть трансмутка. А, блин, а какой вандой крафчу вот эту, да? Ничего не продается подходящего более. Фак, сложно. Пять, семь. Один виздом. А, пофиг. Кольца. Мутить, блин. Сложно. Как говорили великие стримерши, сложно, блядь, сложно. Ладно, лутанем трансмутку. Будет нам смок мина. Не лутанем, не будет, все просто. As simple as that. Много времени потерял. Да не изи. Когда не думаешь, что изи. Нужен левелап здесь. Синий пак, найс. Оставляем. Потом ее бахнем, когда закрафтим. Думаю, на 20 ее просто закрафчу. Кольцо упало. Фак. Еще по одной. Шанс не интересует. А чё? Замёрзт, замёрзт. Да ты гонишь. Чё, прям здесь пройти надо, да? Да не может быть. Ладно, лутаем. Если бы здесь эту штучку сверху увидел, я бы понял, куда идти сразу. Ну ладно. Не понял и не понял. Зато почти 12 уровень. Потрясающе. Кальмаров нужно убить. Кальмары жидкие.
ты гонишь? Встань. Четко. Должен логнуться, взять смок мину. Закрафтить себе кольцо на лайтрес. Чё, мне не хватит, да? Ну вот это мем, конечно. Куча шмоток и не хватило сколько? 3 шардинок. Еп, кок. Продадим, получается. Хорош лейаут. Теперь точно хватает. Есть 4. Так, смоук мина. Еще 2 кольца куплю. Чтобы, если что, закрафтить потом. Я должен был зайти сюда. Окей. МС может быть ПМ? Нет. Нету МС. Seen some dark places in my line of work, but this is something else. Фериотик умер. Давай, беги, Shadow. Что? Это может пригодиться. I'm a gardener clearing the weeds so that the crops may grow. Что-то люди умирают пачками.
Турботов возьмем в этот раз. Нужно много альтов. Сбил анимацию плохо. У меня почти 16 левел, это окей. Это приемлемо. Я по-любому помогаю Алире. Если в прошлый раз еще сомневался, то в этой гонке по-любому. Хоть это и чуть медленнее, но... У меня синего слота нет, серьезно. Вот ушку наденем, получается. МС? Нет. Территория свободная от мувспид тапок. Но без МС я должен идти тогда в этот. Получается. В сторону сюда, на Witnesses. В ритуале тапки с МС запускай. Угу. В ритуале тапки с МС. Угу. Прохладная история. История, которая веет прохладой. История, от которой веет прохладой. Если будет лишняя банка, то продам, конечно. Но мне нужно две. Это, естественно, опция. У меня есть альтерейшн на это, но... Но у меня нету лишней МС-фласки. Если бы не этот фактор, то я бы, конечно же... Так и поступил. Нужно тапки либо перчатки подобрать зеленым, ой, синим. Перчатки с синими, отлично. Отлично. Только у меня зеленого тогда не будет. Есть хромайтом, я покрашу, думаю. Думаю, покрашу.
what you get for bringing a stick to a knife fight. Серьезно, не влезла тебе. Ой-ой. Есть эссенция, очень хорошо. К минимум одна вода у нас будет закрафчена нормально. О, и вторая эссенция сразу же, окей. Окей, это good. This shadow is starting to feel a little inadequate. Ready, exile. Важно. Стрёмный краб. Крафтим раз. Крафтим два. Два льта у меня есть. Дальше что? Дальше мне нужен будет еще. Да мне ничего больше не нужно, по сути, нужно или фокус взять. Стоун это гуд. Дальше нужно взять или фокус. Использовать альты. Ну, купить еще один саппорт, но у меня нету трилинка лишнего, поэтому пофигу. У меня есть ванда под крафт, то есть мне нужна трансмутка еще одна. Вообще мне нужны две трансмутки по-хорошему. То есть сейчас с этого вот всего дела я делаю себе трансмутку, а лучше две. В идеале дропнуть одну, конечно. В идеале дропнуть одну, конечно. Портальчик мне нужен по-любому. Иначе я лоханусь конкретно. Помогаем Алире. Хлопанули Алире. Гонг топайте.
Привет, Расторин, спасибо. Привет, привет. Рад видеть тебя в чатике. Окей. In looking back now, there's just death and a lot of it. Тупик, скорее всего, нет. Повезло. Че, может, трансмуточку какую-нибудь? Ну, по зязе. В прошлом ране, вот в этой локации, мне упало типа 3 трансмутки, да, помните? Ладно, пока одну крафтим. Есть трансмутка, есть альт, есть ванда. Ставим так. Не, где ус? Нужно ус поставить сюда теперь. Инсерш, флеймдэш, рыбов шторс. Added lightning. Стоило бы купить... Я могу сейчас купить себе этих... Геральт. От меня он даже вал бегает, видите? Даже вал от меня убегает. 33 минуты. Медленно. Надо было за 30-ку делать. Чтобы было красиво, я мог это сделать. Ладно. Ладно, ладно. Так. Так. Мне нужно ледер белт найти. Мне нужно. Что еще? Шанс мне не особо нужен. Куда мне шанс может пойти? Он выпадает только раз. Хитрый шанс. Обалдеть, в Лунарисе уже, вау. Уже в Лунарисе. У меня второй акт слабый. На самом деле. Второй акт у меня слабенький. Чпоньк. Это заметно по гонкам. Блин, 35 минут пайти, это очень импрессив. Типа, это очень круто. Это очень крутое время. Надеюсь, это не тот лейаут, где нужно возвращаться на вейпоинт. Да, это тот лейаут. Фак. Беги! Упс.
него портал с бочонку впал. На 24-й курсая фласки у нас будут. Одна фласка есть. С курсу забираем. Watch yourself. Talakoda, be well. Масса нету, обидно. А чё ты не можешь? Не понял. Лайф пойдет. Че по левелу 21, им нужен 24 на боссе, что можно особо не экспиться. Это мы скипаем по-любому. Хотелось кликнуть, но нельзя. Ну, то есть можно, но совсем не нужно. Да, можно пройти, спасибо. Вообще люди в кэрит. Хочу брать хпшку, наверное, хочу. Меня уничтожат без нее. Просто уничтожат ТТБичес. У меня много виздомов, надо будет, когда я буду логаться, взять у Кларисы Ледербалт. Два с половиной. Нужно 23 в доках получить, чтобы надежно иметь. Ну, мне и так по левелу вроде хорошо должно быть, но могут быть некоторые нюансы. Могут быть некоторые нюансы. О, идеальные доки. Giant Mana. Амулет. Взять Ледербелт. Идеальные доки, повезло вообще жестко. Hello. Watch yourself. 39 хп, амулет. Вот фу, пояс, найс. Лайтнинг мне упал. Not a speck of dust or brick out of place. Someone's got too much time on their hands. Не буду кликать, ну нафиг. Я же доберу левел. Думаю, да. Вообще говоря, лучше заранее 24-й чуть получить, чтобы в локации с Тити Бичес не особо много кого бить.
Такая себе. Там, конечно, экспы нормально, но, блин. Экспа такая, что ты можешь сам быть съеденным. С другой стороны. Броньку бы какую-нибудь с армором, если честно, или с эвейженом. Было бы хорошо. Мистер Эк умер. Походу, эти бичес оказались сильнее. Не-не-не-не, до свидания. Так нормально. Фласка одна есть на 24. Я могу еще одну фласку на 24 купить. Если трансмутка упадет, я себе закрафчу какой-нибудь резист даже. Какой-нибудь колд резист. Сейчас гемчики апаются. Красиво все происходит. Бэм. А че фулл мобилити взял, лол? Ладно, я без курсы. Фак. Я по привычке тнул фулл мобилити. Ну ладно. Испугаем ее. Типа, дадим понять, что мы даже без курсы ее изи убиваем. Это мем. Off my tits for 3 days after taking bad leaf drops. Felt just like this. Люди умирают вообще вовсю. Надо превозмочь эту локацию. Сложная будет. Курсой неприятно находиться. Тут МС тоже сильно решает, потому что с тем много скорости, то ты легко от всего уворачиваешься. С тем 0 скорости, то, блин, не факт. Ладно, вроде проскакиваем. Дальше мистер босс. Блин, 10 секунд курсы, отстой. It's been a grand experiment, Shadow. Time we saw the results. Она ушла мимо. Да что ты творишь, бешеная тварь? О, боже. Она творила какую-то дичь. Она творила какую-то дичь, но слот держать до какого левела? Анслот обычно меняют, когда ты берешь либо банку на анслот в 5-м акте, либо уже когда ты получаешь джувел с анслотом. Найс. 44-56. Неплохо. Неплохо. Живой, спешный, да, да, на 24-м нормальный. Медленный, конечно, надо было за 40 убивать. Если... У меня второй акт очень плохой был.